Ну что, шашлык поешь сейчас? Я тоже поем. Все ждем. У меня уже слюни текут. Шашлыки жарятся. Это за Кензо. Кто хочет, приходите. Заходите в магазин. Выбирайте шашлык, и мы пожарим его бесплатно. Ты что взял? Свинину? Что? Свинину взял? Свинину. Холестерин? Холестерин. Любишь холестерин? А я баранину взял. Баранина лучше. Что-то не записалось, да? Ну, может быть, записалось, может, нет. Да наплевать, что мне. Долго еще раз записывать. Опять записывать. Ухо. Сейчас я поем шашлыки, кофе попью. Как эта контора-то называется? Да я хуй. Кафе. О, более 25 видов. Фирменный магазин. Может, домой возьмем? Здесь на улице сразу жарят. Мы туда вовнутрь пойдем и поедим. Шашлыки уже на подходе. Так что скоро поедим. Там с собой стиральная машина. Зачем? Поедим. Все. Ну а так и с собой можно брать, да? На машине подъехали, купили. Не, ну мы как белые люди. Зайдем, поедим. Черная Русь, белые люди. Черно-Русь. Шашлыки уже подходят, подходят. Видите, как здесь все красивенько. А ты хотел два съесть, да? Два хотел купить? Сначала, да, потом подумал. Да, ну порвет нам. Передумал. Не, он, наверное, нет, покинул. Если только один с собой. А так нахер нужно. Далек подкидывает. Древесный. Видите, как все серьезно. Ты сумочку себе прикупил, да? А? Сумочку себе прикупил. Да, вообще модно. Правда, староватая, блин. А не надо выделяться, надо быть всегда скромным. Скромным надо. Совершенно верно. Выделяться не стоит. Вон трамваи вдалеке едут.